20 километров дорог, по которым возят школьников, в районах Коми будут отремонтированы в этом году. В нормативное состояние будет приведен и мост через реку Летка в Прилузье. Всего же будет отремонтировано 10 маршрутов. Из них 4 в Прилузском районе, 1 в Сыктывдинском, 3 в Сысельском и 2 в Книжпогосском. В Прилузье и Сыселе работы уже начаты. В остальных муниципалитетах стартуют через неделю. Общая стоимость работ – почти 370 миллионов рублей. Приведение в нормативное состояние школьных маршрутов и обеспечение безопасности перевозки детей на дорогах республики для меня и для правительства республики является приоритетным. В то же время достаточно много дорог остается в плохом состоянии, не рекомендованных к эксплуатации. 25 маршрутов, а это порядка 240 километров дорог. Всего же в Республике Коми движение школьных автобусов проходит по 244 маршрутам. Правительство Республики принимает все необходимые меры, чтобы эти дороги были приведены в нормативное состояние. По оценке регионального Минстроя, на это потребуется порядка 3,5 миллиардов рублей. Глава Коми поручил правительству республики с 2025 года из Дорожного фонда республики направлять на ремонт таких дорог по миллиарду рублей ежегодно в течение 3 лет. Это позволит привести школьные маршруты в нормативное состояние до 2027 года включительно.